Фестиваля «Слава честь России». Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Восхищаемся. Вы самый выдающийся дирижер нашего времени. Восхищаемся. Срок Медведева Дмитрия Анатольевича. Курс прогрессивной передовой Медведева Путина. Партия «Единая Россия» Собянина. Его святейшего патриарха Кирилла и вас. Просите и даст вам, ищите и обрящите, толпы и все отверзятся вам, всякого по себе приемлет и еще обретает, и толпущему отверзятся, и легко у вас человек, и божащего спросит своего хлеба, и на камень подаст ему, и ляща рыба просит, и на змею подаст ему, а еще бы вылупали сущие имеется, да я не знаю, да я отвечаю ваше. Я не могу.
Вот в этом заключается смысл нашей жизни, чтобы войти туда, в это царство. Вот для того, чтобы туда войти, нужно обязательно знать Слово Божие и исполнять его в своей жизни. Потому что нужно вот обязательно обратить на это внимание, читать там Священное Писание, не просто читать, а изучать его благоговейно, стараться дойти до смысла, что там написано. Для этого нужно читать обязательно толкование святых отцов на Евангелие. Все отцы оставили толкование, тоже нужно это читать обязательно, чтобы понимать правильно. Вот написано в Евангелии, если вот таким образом будем стараться, то будем мы приближаться к Богу, будем мы, вот, так сказать, становиться все ближе к небу, к святым и к нашему спасению. То есть, дай Бог нам молитву. Хронология. Это очень важно, потому что на основании вот этой хронологии мы теперь знаем, когда родился наш Спаситель, когда вот произошли вообще все эти события. Но также он, много у него таких вот поэтических текстов в Евангелии. Те, которые до сих пор, например, поются в богослужении. Ну, например, такие тексты, как «Мы не отпустили Карамазовского владыка», это написал Евангелист Лука в своем Евангелии, слова Симеона. Он пересказал эти слова. «Величи душа моя Господа, и возрадовался Духом Святой, а вот и спать моим, то, что поются на утренней песнь Богородицы». Вот это то же самое из Евангелия Луки. Но есть и другие тоже там. Кто-то до сих пор используется в богослужении. Вот также Евангелист Лука написал, кроме Евангелия, продолжение евангельской истории, которая называется книгой «Деяния». Кто он автор? «Деяния апостолов», «Деяния апостолов», она идет в этом Евангелии, в Новом Завете. Вот это он является себе автором. Вот также поздравляем вас, уважаемый господин президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлану Владимировну, Людмилу Дмитриевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну Путиных, его святейшество патриарх Московской Всея Руси Кирилл, главных героев России и всей планеты, главных героев армии, милиции, ФСБ, ГРУ, МЧС, прокуратура космоса, самых мужественных, красивых людей на планете, главного человека 2010-2011 эпохи. Поздравляем вас с высшими наградными орденами «Единая Россия, Отечество, долг, честь, единство, веру, славу России», с высшими государственными премиями, с высшими наградными грамотами имени святых князей Дмитрия Донского, Владимира Прокрестителя Святой Руси, маршала Жукова. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева всегда. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева сегодня. Голос свой за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева отдай. Возможно, господин президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами России Дмитрий Анатольевич Медведев, Владимир Путин, партия «Единая Россия», поддержка всенародная, второй президентский срок избрать Дмитрия Анатольевича Медведева, всем миром поддержать. Христосе Богородице, великую святое России, Медведева Дмитрия Анатольевича, Владимира Владимировича Путина, партии «Единой России», велика слава, ура, ура, ура! Поздравляю! Все выше наград всех сторон международных фестивалей Анатольевича Медведева, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Владимиру Екатерине Владимиру Путину. Приветствую меня, Владимир Екатерин, Владимир Путин, Медведев, Владимир Екатерин.